Есть, то дома. А дедушка где? Привет. Аришка. Как делишки у тебя, Аришка? Нормально. С кем тут живешь? С дедушкой и с двумя бабушками. И с двумя бабушками? Ух ты! Вообще как круто. Асаф на кожаре. Детки тут есть? Есть с кем тебе играть? Нет. Деток нет, да? Вы в своем доме. А ехать где-то на ногу. Дедушка, здесь сидеть в подвале не должен. Не должен. Она в подвале. Тем более. Вот это вот все. Это вот, небезопасно смотри. Для нее. Когда она последний раз с детьми играла? Ты должна быть в безопасности. Понимаешь? В безопасности. Потому что маленьким деткам, тут же, вот скажи, тут стреляют, бабахают. Ты боишься? Мы уже пишем, да? Слушай, и вы сделали, или ты едешь сейчас с нами. И с ребенком, или ребенок едет с вами. Решать. Это будем на улице выходить, оденем, потому что чтобы на голову ничего не упало. Ничего не зацепило. Видишь, мы же тоже в каске, тоже бы не жили. Смотри, ты какая-то каска. Для на ребенка. Батя, ля, она засёрзала же на рыбу. Достань мои документы. Так, бабулечка, давай наперед. Давай. Как узнать, в каком вы городе, чтобы отец за ней приехал? Будут они в Киеве. В Киеве. На данный момент в Славянск до матери она едет. Да, да, да. Сейчас да, да. И бабушка что же? Хочешь маму побачить? Хочет, конечно. Светловать, вот Ланга говорит, она тремендо. Ми вивозили з Бахмуту вагітну жінку на 8-му місяці вагітності. Вона жила в районі суцільного пекла. На щастя, вдалося її вивезти. Зараз вона перебуває в лікарні. І з'ясували таку ситуацію, що у неї знаходиться її дитина з бабусею, з дідусем, саме в Бахмуті. Вона попросила нас про допомогу привезти дитину. Кончені егоїсти, ви такі, як дедушка, да? Ну, типу, він ніби... А давно ви? Бабушка, привіт. Привіт. А чого Оля не приїхала? Чого Оля не приїхала? Не Фу, меня штрудит. Ирина, иди сюда, задолбанка. Что это мама? Я объявляла, это Света. Бабушка, не Света, во-первых, а Константин. Рада, что дочек привезли. Ты такая милая смешка. Да, ты что? Милая смешка. Я дочь вообще сама милота. Особенно он. С пузом. Ты доволен? Точно? Здравствуйте. У нас во двор прилетело. Я знаю, что у вас во двор прилетело, поэтому мама панику и подняла. Да. Поняла? Откуда? Да у тебя голубые глаза. Мурчик, пошли. Ай. Мурчик? Да. Мурчик. Ай. Приблизно 200 дітей ще залишається. Це така попередня інформація. Ми їздимо по родинах, спілкуємось, намагаємось довести аргументи, евакуювати родин з дітьми, евакуювати дітей, тому що діти повинні жити в мирі. Вона не боїться. Что это? Я смотрю, у него какой-то такой рассеянный глаз. Это не тот ребенок, который будет бояться. Надо кошку переживать. She's worried about the cat. Тут? Ну там, на батарейке не поднялась. А, да? Работать не надо. Да ты поиграла в снежки. Ты моя умничка.